Реализацию майских указов президента России обсудили сегодня на заседании рабочей группы правительства Чувашии. Речь шла о повышении зарплаты бюджетникам. Сейчас в среднем по республике цифры такие: 21 600 рублей – зарплата учителей, 35 500 врачей, 18 400 – работников культуры. В следующем году их планируют повысить до 24, 48 и 24 тысяч соответственно. В 2018 будут действовать новые правила при оценке достижений регионами целевых показателей. Росстат, если давал нам только годовую оценку, годовое значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности, то со следующего года уже будет предоставляться информация по ежемесячно. И, соответственно, мы ежемесячно должны обеспечить, как я уже говорил, выполнение. Еще одно нововведение – средняя зарплата бюджетников должна быть не меньше средней зарплаты в целом по региону за тот же период. Для выполнения этих задач начата работа с муниципалитетами. В этом году на исполнение майских указов президента страны из консолидированного бюджета республики направлено более 8 миллиардов рублей. В будущем году эта сумма увеличится до 9,6 миллиардов рублей.